была напечатана 10 тысяч экземпляров. Сейчас я про нее пару слов. Далее. Курдюмов, когда вышла эта книга с двумя авторами, Курдюмов Железов, поздравил меня и сказал: Валерий Константинович, когда эта книга, эти 10 тысяч будет продано, это будет переворот в садоводстве. Умный мужик, ну как он ошибался? Вот он переворот. Тут это четверть миллиона, там, помните, 600 тысяч. Там миллион 100 тысяч, а там 2 миллиона чем-то. И все вот про это вот. Не получилось. Почему? Появился интернет, пока мы книгу делали бумажную, появился интернет, и все. Вот, наоборот, где-то эти 10 тысяч экземпляров лежат, какие-то, может быть, уже едят мыши, вот, и просто кто-то сейчас перечитывает, ну, вот пару человек вспоминает о ней, пару, не больше. Вот так вот. А почему я вернулся к этому разговору, почему я напомнил о ней? Объясняю. Курдюмов Николаевич присылает письмо и говорит: Валерий Константинович, все, вот, редакция, или как она там называется, которая книги печатает. Забыл. Кто печатает книги? Ну, в общем, кто печатает? Вот, тот опечатал, отказался дальше печатать, то есть не будет больше. И теперь мы вправе, я, например, ее печатать на свой уже это. То есть теперь уже за это, как сказать, вернулась собственность теперь нам с Курдюмовым, теперь мы можем делать, что хотим. И вот он это сказал: Валерий Константинович, пожалуйста, печатайте. Ну, книга хорошая. Но когда ее печатала эта редакция, так, тогда мало того, что они напечатали 10 тысяч, они еще лично мне 160 тысяч в виде как это называется, гонорара прислали. Ну, в то время это деньги были немалые. А сейчас, если я захочу печатать, что будет? Олигархов среди нас нету. Никто это деньги не потратит, там хотя бы миллиончик, чтобы ее напечатать, потом еще надо продавать, вот и так далее. Возможно, она бы сейчас пользовалась спросом, но если бы она прилетел бы в волшебник голубом вертолете, она не прилетит. Поэтому спасибо, Николай Иванович, за заботу, но издавать ее нету ни денег, вот, ни возможностей. Вот мой ответ. Хотя книга того стоит.